Сегодня на стадии комикс «Веном. Дьявольская свора» от автора Кальдена Бана и художника Тони Сайлоса. Твердый переплет, матовая обложка и 136 страниц, на которых разместились выпуски с 23 по 25 и с 28 по 30. И совсем немного бонусов в виде альтернативных обложек. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством «Фантастика. Книжный клуб». Этот комикс не что иное, как продолжение рана Рика Ремендера. Кален Бан продолжает традиции рана и огромное внимание уделяет мыслям и внутренним диалогам главного героя, заключенным в черные рамки. Агента Венома отправляют на новое задание. Он должен разузнать все о департаменте оккультных вооружений, проявляющем в последнее время слишком большую активность. Его цель – проникновение и наблюдение, однако, зная его, можно смело сказать, что вечеринка будет громкой. На голову Венома ко всему вышеперечисленному падает сын сатаны – Хеллстром, знакомый вам по событиям второго Омника, успевший быстро сменить статус названного союзника на опасного противника, преследующего свои оккультные цели. Такое ощущение, что автор старательно хочет выдать что-то на уровне Хеллбоя и мучающих его апокалиптических пророчеств. Флэш против Хеллстрома и его монстров зла. Как он справится один с такой силой? Неужели Веному придется стать зверушкой в зоопарке Дэймона? Нет, если Веном сможет совладать с демоном внутри себя. Да, тут Томпсон попутно, как и прежде, пытается понять, кто он, в чем его сила, чего он стоит без помощи дьявольского партнера и насколько он плохой человек, раз ему приходится идти на компромиссы, выпуская на волю чудовище. Что вам может показаться странным, так это пропущенные выпуски с 26 по 27, которые должны рассказать финал «Злобных чудовищ». Тут авторы предлагают вам поискать продолжение в комиксе «Минимум резни», но его пока еще нет, так что ждем в скором времени. Далее вас ждет новый сюжет. В разгар свидания с Валькирией Флэшу звонит его знакомая, Кэти Кирнан. Судя по всему, она вляпалась в какую-то историю и Веному придется ее вытаскивать. Флэш спешит на помощь и сталкивается с целой группой метапреступников, которые называют себя неопознанными. И не ждите, что вам расскажут, кто они и откуда взялись. Вы типа должны это знать сами. Также ждите здесь Валькирию во всей красе и верхом на коне с крыльями. Все истории однозначно получились динамичными, тут вам драма, экшен, да еще и плюс куча подробностей личной жизни главного персонажа, о которых вы даже и не догадывались. Всем фанатам Венома однозначно в коллекцию. А приобрести этот комикс вы можете в официальном магазине издательства «Фантастика. Книжный клуб». Ссылка будет в описании. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, лайкать или репостить видео ВКонтакте, где, кстати, я выкладываю фото превью новых комиксов. Информационный партнер Comixoid.